Доброе время суток всем зрителям. Решил покопать вечером на активе. Очень красивый закат, он очень быстро. Солнце так быстро уходит, что прямо вообще это 3 секунды и солнца нет больше. Вот. Пришел покопать, тут как бы опять чуть-чуть размыло уровень, так что посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что-то будет. Ну и вот они, конкуренты, сейчас я вам покажу. Вот один испанец местный ходит. Так, где же он у нас? Вот он. И там еще один дяденька из этого Раши. Вот один ему аппаратик. Каждый вечер. Вот. Но я хожу по зоне актива. Пока только мусор. Все, идем дальше. Итак, зрители. Тут из одной ямки два сигнала. Вот выкопал такой алюминиевый. Все таких выкапывали, я знаю. Вот такая фигня. Но в ямке остался еще сигнал. И не знаю, видно сейчас, посмотрим. Так. Во. Вот оно торчит. О. Вот оно. Как новенькое. Офигеть. Вообще класс. Супер. Супер просто. Блин. Темнеет уже, непонятно, что там на нем. Что, эмоции зашкаливает? Не нравится мне снимать вечером, когда темно, уже ничего толком не видно, но это уже было не последнее кольцо, еще было одно. Сейчас я вам покажу, что я хочу сказать. Всегда надо быть внимательным к мелочам, где поменялся уровень грунта, где какие-то камни занесли, то есть были какие-то передвижения, иногда там трактора этот грунт там тащит туда-сюда, то есть это все потенциальные места для находок. Сейчас я вам покажу, что из этого получилось-то. Вот это колечко вы видели, это очень хорошее колечко, еще не взвешивал, сейчас взвесим. 750-я проба. 750, да, то есть весомая такая. Ну а потом вылезло еще одно объемное кольцо, но там проба слабая, сразу чувствуется, что веса нет. Это 9 карат, 375 проба, да, то есть вот это после совсем вечером уже на зоне отлива, это все после отливов. Вот, так что эмоции вообще супер. Вот два таких колечка. Два, во. Сейчас они будут взвешены. Ну вот, сейчас мы их взвесим в полевых условиях, да, то есть 750-я проба, 7,85 граммов. Отлично. И 375-я проба, 7,84, почти одинаковый вес. Ну и оба вместе тогда 15 грамм, 70, ну 15,7 грамм. Ну что, ребята, я думаю, коп удался. Сейчас эти кольчики отправятся в металлолом, в лом, короче, надо что-то прикупить для хозяйства.
И все. И поеду отдыхать на хиппи-пляж по-взрослому. Так что, кому понравилось, и делитесь. До новых встреч!